Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Адольф Руан родился 6 декабря 1810 года в Париже и там же в возрасте 60 лет умер. Данных практически я не нашел никаких. Вот. Нашел, что это был художник, нашел его работы. Он был художником, литографом, гравером, ученик Дэвида Д'Анже и Александра Колина. С 1831 года он стал завсегдатаем художественных салонов, представляя морские пейзажи и акварели. Вот, собственно говоря, и все данные, которые я нашел у художника Адольфа Руагре. Все, пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Работы хорошие.